Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Еще один храм. Кому они поклоняются? Уитмен просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь в научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип. Но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти. Но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Теллуридского кинофестиваля. Могли бы предупредить о волках, доктор. Кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне надо делать вид, что все в порядке. Но с этой экспедицией что-то не так. У меня плохие предчувствия. Чем мы ближе к треугольнику дракона, тем сильнее у меня сосет под ложечкой. И это не качка и не радостное возбуждение. Да что ж такое? Вообще-то я должна прыгать от восторга, что меня взяли в такое потрясающее путешествие. Хорошо бы уговорить Лару сделать перерыв и выпить по бокальчику.
Это будет пандусом. Думаю, можно поднять повыше. Нужно еще чуть-чуть. Thank you.
И как быть? Эту ткань легко зажечь. Получилось. Thank you.
чисто! Иди сюда! Актеры театра «Но» поднимали и опускали голову, чтобы маска выражала разные эмоции.
маска традиционного японского театра «Но». Думаю, это маска демона или «Они». Явно древние, но эти механизмы, их соорудили недавно. Великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Посмотрим, что тут можно сделать. Солнце.
что же это может быть? Солнцепоклонники? Дорогая, подумай. Хорошенько подумай, прежде чем сделать этот шаг. В экспедицию я вложил все оставшиеся деньги, но они вернутся в десятикратном размере. Если ты сейчас со мной разведешься, не увидишь ни пени. Ты полюбила меня, когда я был никем, и знаешь, на что я способен. Мое чутье меня не оставило. Просто сейчас я переживаю творческий кризис. Но скоро все изменится. Помнишь Лару? Моя юная протеже. За ее научными теориями реальные данные. Но у нее нет моего опыта. Под этим открытием будет стоять мое имя, и мое лицо будет на всех телеэкранах. Если все получится, меня ждет грандиозный успех. Если же ты все-таки захочешь уйти, обещаю, я не буду этому препятствовать. Но, пожалуйста, подожди. Развод сильно повредит моему имиджу. Очень прошу, пожалуйста. Аматерасу? Возможно, возможно. Уже вернулась? Но почему выжившие стали поклоняться древней японской богине солнца? Занятно. Занятно. Лара, попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Та женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Невероятно! Это Пимико! Смотрите, котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. Эй, идем. Там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Им нельзя верить. У вас же оружие. Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет.
надо! Пусти! Не спорь, не спорь с ними, Лара! Делай, что они говорят! Дай мне пистолет! Иди! Пошла! Кто вы такие? Что вам Тихо! Нужно? Тихо! Лара! Начнут вас бухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай, не смей! Лара, беги! Нет! Нет! Окружите! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Там! Эй, черт! Почти всех перебить. Плохо. Нам сейчас не хватает людей. Эй, девчонка пропала! Ищите ее! Ладно. Выходи! Что видишь? Ничего. Здесь чисто. Поднимаемся выше в гору. Думаешь, прячешься, кукла? Решила со мной поиграть? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Ты не зли меня. Я всех всегда нахожу. Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Ты тоже бойкая сучка. Голова! Убью тебя! Убью! Боже!
еще одна! Взять ее! Вперед! Она мертва? Не знаю! Давай! Выходи оттуда! Бежать некуда! Пушка! Черт, метко стреляет! Не подходи ко мне! Тянет его к нам. Думаешь, мы найдем их? Вот уж не знаю. Им же лучше, если они сразу умрут. Это почему? А сколько последние провели в яме? Пару недель. И они уже умирают от голода. Ничего, кроме мочи и крови. Но что будет, если бросить их на одного из мертвых? Да, ничего хорошего. Да. Живьем сожрут. Мне нужна помощь! Ложись в нее, пушка! О, черт! Она нас всех убьет! Что у вас там? Вряд ли! Убить ее! Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Род, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю, зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Род. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Ночной кошмар прекращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет, не думай об этом, Лара.
Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Род должен найти способ вернуть нас домой.